Сразу двое высокопоставленных политиков в Иране подтвердили, что заразились новым коронавирусом COVID-19. Среди них заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи. Во время недавней пресс-конференции он постоянно вытирал пот со лба, когда доказывал, что иранские власти вовсе не скрывают истинные масштабы вспышки коронавируса. Чиновник записал видеообращение, где заявил, что изолирует себя от общества и начинает курс лечения. О своем заражении коронавирусом также заявил и депутат парламента Махмуд Садеги. Он написал в Твиттере, что не очень-то рассчитывает задержаться в этом мире. Между тем, официальное число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 95. Погибли уже 15 человек. Эта страна стала одним из очагов заболевания с самой высокой смертностью после Китая. Несколько минут назад у меня подтвердился коронавирус. Я начинаю лечение. Вообще, я чувствую себя не так уж плохо. У меня болит тело и поднимается температура. Но если Бог даст, станет лучше. Я хочу, чтобы вы были уверены в нашем Министерстве здравоохранения. При поддержке народа мы выйдем победителями в борьбе с этим вирусом. Я верю в это от всего сердца. Будьте осторожны. Этот вирус является демократическим вирусом. В нем не проводится различие между богатыми и бедными, должностными и неофициальными лицами. Любой может заболеть. Тем временем первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Алжире. Заболевшим оказался итальянец, прибывший в страну 17 февраля. Сейчас его поместили на карантин. Болезнь уже обнаружили у итальянцев в Испании, Австрии, Швейцарии, Хорватии и Румынии.